Готовить трубы летом – к этому призывают представители Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области. Сегодня они провели семинар для всех желающих в теруправлении Ленинского района. Темой стало то, как собственники могут контролировать управляющие компании при подготовке дома к отопительному сезону. Напомню, тепло в городе отключили 11 мая, и тепломагистрали уже начали готовить к очередному сезону. Как рассказали в КТК, сейчас в городе проходят гидравлические испытания, но нужно, чтобы и внутридомовые трубы тоже были опрессованы и промыты. И лучше работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций синхронизировать, заметили на встрече, чтобы собственникам не пришлось дважды сидеть без горячей воды. И как показывает практика, те дома, где как раз эти работы в летний период проводятся добросовестно, они зимой и не мерзнут, и там нет излишнего потребления тепла, то есть жары в квартирах, когда есть отлаженная система, и можно при необходимости убавить, либо добавить ресурс. Самое-то главное, ведь, чтобы было понимание, что к началу следующего отопительного сезона все регламентные мероприятия проведены, все необходимые документы оформлены. Судя по динамике, по количеству паспортов готовности, которые в предыдущем отопительном сезоне, при подготовке к этому отопительному сезону, все-таки динамика есть и очень хорошая, и количество паспортов возрастает, и качество. Я думаю, что не в последнюю очередь, благодаря вот подобным мероприятиям, которые регулярно проводятся,